В заключительных сериях сериала «Подкидыш», взятый под стражу подкидыш, ждет заседание ведомственной комиссии. За расследование следующего дела берется настоящий Антонов. В разных частях города происходит убийство, на первый взгляд никак не связанных между собой людей. Антонов с особым рвением арестовывает подозреваемых, однако вскоре выясняется, что у всех есть алиби. Своим высокомерием Антонов настраивает против себя коллектив. Когда дело заходит в тупик, сотрудники отдела создают подпольный следственный комитет и начинают вести расследование втайне от Антонова. После того, как тот по всем статьям заваливает дело и в городе начинается паника, Суббота заявляет начальству, что они не найдут преступников без помощи подкидыша.